Завтра будет съемка в студии Чум. Сейчас я пойду на последнюю репетицию, но прежде чем пойти, я еще раз посмотрю свое выступление. Посмотрела. Столько жестов кажутся непродуманными. Есть некоторые движения, в которых я только что уловила суть. Поэтому буду их практиковать. Готовясь к выступлению, я поняла, чего мне не хватает. В чем я плоха? После дебюта у меня не было времени отработать свои недостатки. Поэтому я брала индивидуальные уроки танцев. Но не думаю, что этого было достаточно, чтобы восполнить мои недостатки. Благодаря студии Чум я узнала больше о своих сильных и слабых сторонах. Я смогла исправить свои недостатки. И мне понравился этот процесс. Еще раз спасибо. Еджи и Чирён все время говорят, что им нравится. Мы дорожим атмосферой нашей группы. И, возможно, из-за того, что мы делали больше упор на командной работе, мы не смогли раскрыть свои индивидуальные качества. Я чувствую, что смогла выразить себя через это выступление. Кажется, под конец я стала жадной. Это забавно. Думаю, быть жадной в моем стиле. Мидзи, которые ждали. И мидзи, которые делали вид, что не знали, хотя все знали. Спасибо. Завтра я буду усердно работать. И я завтра перекрашусь. Удивлю вас сменой имиджа. Мне нужно будет вставать в 6 утра. Не хочу. Пока. Сегодняшняя концепция. Я вдохновилась чеширским котом. У Чешира два основных цвета. Это фиолетовый и розовый. Поэтому у меня фиолетовая помада. В моем макияже есть кошачий вайб. И ногти. Как кошачьи когти. Они ведь похожи? У моих кошек когти так выглядят. Они становятся квадратными, когда их подстричь. Еще у меня линзы. Обычно я этого не делаю. Это роль Еджонни. Я подумала, это поможет лучше передать атмосферу моего танца. Поэтому я надела этот пиджак. Волосы нарощенные? Нет. Это мои. Сильно выросли, да? Сегодня утром я покрасилась в черный. Я не могла прийти в студию Чум, не сменив имидж. Я думала над тем, чтобы обесцветить корни, но решила покраситься полностью. Я первый раз крашусь в черный после дебюта. Первое выступление, первая студия Чум. Такого выступления вы еще не видели. Ждите с нетерпением. Пора бежать. Папа, не говори, что фиолетовые губы плохо выглядят. Это моя концепция. В чем прелесть тутинга? Тутинг — это самый дисциплинированный танец. В прямых углах есть своя прелесть. Потом я съем рамен с яйцом. Или жареной говядины. Я поем говядинки. Если закажу сейчас, то привезу через 20 минут. Дотанцую и просто... Это придает энергии.